Звук «к» в имени твердой иголки при звучании настораживает, вызывает напряжение. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Это альтруисты, гуманисты, а их доброта и любовь распространяется не только на ближайшее окружение, но и на весь мир. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Буква «Э» в этом имени наделяет умением видеть подоплеку событий, изнанку людей. Они не переносят критику, встречают в штыки любые мнения оппонентов. Люди с таким именем руководствуются прежде всего всеобщим благом. Их мечты и планы касаются всего человечества. Всем, чем они обладают – временем, деньгами, знаниями – они готовы пожертвовать во имя построения лучшего мира. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Значение буквы «Э» говорит о хорошо развитой интуиции, любознательности, умении выделять из набора разрозненных фактов главное. Звук «Э» воспринимается окружающими как подбадривающее восклицание, и поэтому владелец этого имени им нравится. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.